Уже сил нет. Эко Зибеллаки, здесь был основан твой орден? Здесь он возродился спустя века после рождения. Его возродил это твой Альтаир? Альтаир ибн Ла-Ахад. Именно он и отпустил нас. Он осознал, что жить в замке для нас зло. Замок стал символом нашего высокомерия и целью для врагов. А эти ваши зловещие капюшоны? Это тоже он придумал? Ты как-то говорила Кредо. Что это? Ничто не истинно. Все дозволено. Это весьма цинично. Как доктрина, однозначно. Но Кредо всего лишь отражение природы вещей. Тезис «ничто не истинно» подразумевает, что основы, на которых держится общество, зыбки. И мы сами должны строить свое будущее. Говоря «все дозволено», мы подразумеваем, что сами решаем, что нам делать, и несем ответственность за последствия, какими бы они ни были. Ты жалеешь о своем решении прожить столько лет ассасином? Я не принимал этого решения. Жизнь решила за меня. 30 лет. Я жил ради памяти своего отца и братьев. И защищал тех, кто страдал от унижений и несправедливости. Я не жалею о тех годах. Но я уже не молод. И хочу пожить для себя. Пора отпустить прошлое. Это конец пути. И что ты надеешься найти за этой дверью? В первую очередь знания. Альтаир был развитым человеком. Он много писал. Это место – вместилище его знаний. Он многое повидал в жизни и постиг множество глубоких тайн. Знания, обретенные им, могут повергнуть в ужас простых людей. Тебя это тревожит? София, ты ведь знаешь, я не простой человек. Надеюсь, что ты вернешься живым. Я тоже. Ни книг, ни знаний. Лишь ты, фрателло мио. Реквиескат ин паче, Альтаир.